В музыке есть много стилей. Ну, вы знаете, там джаз, блюз, современная рок-музыка, электронная. Какой из них самый близкий к кабале, то есть к тем ощущениям, которые чувствует каббалист, когда ощущает духовный мир? Из того, что я слышал у вас на сайте и на блоге, у вас там выставляете разную музыку, наверное, ваших учеников, то, что написал Баля Сулям, то эта музыка больше на классическую похожа. Есть ли другие стили у других каббалистов? И, ну, такой вопрос. Ну, конечно, есть другие стили. Но надо понять, что Баля Сулям — это, в смысле, выходец из Польши 19 века. И поэтому это, естественно, классическая музыка Европы. То, что он слышал. И таким образом она в нем отзывалась. Человек, который получил соответствующее воспитание, с одной стороны, в иудаизме, с другой стороны, просто с широким кругозором ощущал и это тоже. И вот таким образом он это писал. Я уверен, что если бы он воспитывался в Южной Америке, или в Африке, или в арабских странах, то, естественно, его музыка была бы другой. Поэтому нельзя тут говорить о каббалистической музыке. Я хочу сказать только, что, в принципе, музыка выражает чувства человека. И поэтому у меня есть много учеников-каббалистов, которые выражают ее совершенно в разных стилях музыкальных и видах. И я лично не считаю, что классическая музыка, и только она, может выразить глубину или ну, какие-то особые духовные чувства. Конечно, она обладает самыми большими инструментами, самым огромным диапазоном воздействия на человека. Но все равно я лично люблю, да, практически любая музыка, любой ее вид, если только он хорошо сделан, грамотно, красиво, профессионально, солидно. И главное, что он выражает внутренние чувства музыканта, исполнителя, автора. То, конечно, это можно выразить. Я люблю рэп. Он выражает очень такие внутренние, серьезные движения. Джаз может это выразить, хотя кажется, в общем-то, чем-то легкомысленным по своему звучанию. Ну, классическая музыка — это естественно. Народные музыки, они, как правило, не могут этого выразить достаточно, потому что они слишком специфические. Там русская, японская или там греческая. Глубоких, очень глубоких мыслей вынести не могут. Хотя песня, или это, если взять русские романсы или баллады, то, конечно, да. Так что, в принципе, это любой вид. Главное, чтобы он ушел от души и выражал именно... Если автор и исполнитель находятся в направлении к духовной цели, то любая музыка, любое их произведение произведет правильное впечатление. А вот по воздействию на человека, что больше на него воздействует, музыка или слова? Что важнее вообще? Правильные слова? Слова — это более конкретная информация. Музыка — это информация не конкретная. Под музыкой я могу понимать любые всевозможные действия. Может быть, она была даже написана, исходя из каких-то духовных ощущений, но во мне она может вызвать совсем иные ощущения. Это ассоциации свои там связанные? Да, абсолютно не связанные с тем, что предполагает автор. То есть слова очень важно, чтобы были слова? Слова — это конкретные звучания, но и слова в каббале тоже. Их надо еще правильно трансформировать на следующий уровень, духовный. Ведь если я буду говорить земными словами, но о духовных объектах, то меня никто не поймет, что я имею в виду. Так написаны все наши книги. И поэтому тут необходима подготовка, просто подготовка, иначе ничего не получится. Но все равно даже и без подготовки в мелодии духовных миров, то, что вот было когда-то сделано мною по мотивам Баля Сулама, они дают свой эффект практически на любого. А как он оставил эти ноты? Как вам попало? Напевы? Нет, я просто услышал эти напевы от своего учителя. И с одним из музыкантов просто мы их написали.